Я возвращаюсь из ветклиники. Где-то через час приют заберет Нафаню, Джека и Джемми. Нафанечку сегодня выписали. У меня в руках чек за лечение. Я расплатилась. Почему я прошу помогать любой суммой? Потому что суммы за лечение собак неподъемные. Они сумасшедшие. Собака Нафаня. 18450 гривен. Два анализа крови. 1300. Медикаментозное сопровождение анестезии — это 2400. Эхо сердца перед анестезией — 750. Стационар — 4000 гривен, 4 дня. И сама операция — 10000 гривен. Ну, я думаю, что вы понимаете, что это неподъемные суммы. Плюс еще есть закупка корма, закупка другой еды. Также сегодня я на субботу купила Мусеньке Либреллу, уже подошел срок. Это еще 3000 гривен. Что тут и добавить?